Друзья, всех приветствую! Непростое время для Одессы и Украины в целом, но мы, как одесситы, всегда будем радоваться, несмотря на карантин, и помним, что постановление, которое утвердила власть, и те рекомендации, которые нам дают, они актуальны сегодня. Главное, не паникуем. Главное, ничего не боимся, потому что Бог остается Богом, мы пройдем это время, и все будет хорошо, друзья. Благословений Божьих всем нам!